И всем привет, с вами Wage of Sin. Мы продолжаем играть в игру Властелин колец онлайн. Что у нас на повестке дня? На повестке дня у нас надо дойти до Халроса и сказать ему, что... как же его звать-то? У нас страж границ Аливакс взял дубину. Тука. И пошел ими этой дубиной гнобить гоблинов. Мне кажется, у него вряд ли получится. Так, ну а тем временем давайте я вот вам покажу, как футляры с рецептами, что они из себя представляют. То есть просто нажимаю правой кнопкой, появляется рецептик, правой кнопкой рецептик, правой кнопкой, и что? Опять рецептик, правильно. Вот, у нас тяжелые палицы воли из рябины, тяжелая двуручная палица силы из рябины и тяжелый посох из воли из рябины, который мы уже знаем. Берем, нажимаем правой кнопкой. Все, что мы знаем, обведено в красный квадратик. То есть один рецепт из двух мы уже знали. Все, поехали к Халросу. Скажем ему, что хоббит выжил из ума. И решил два лагеря прогнать одной дубиной. Я думаю, он посмеется вместе с нами и скажем хоббиту пока. Какой-то. С другой стороны, я хотя бы злой, он вообще неадекватный. Пошел, блин, один. Идиот. Тяжелых ветвей проехать. Просто бонусовые ветви, можно сказать. Ну, давайте поговорим с Халросом. Здравствуй. Аливакс отправился в лагерь гоблинов. Глупец, храбрый, отважный, маленький глупец. Неужели он думает, что Бандабрас Тук выиграл битву при зеленых полях в одиночку? Бычий рев снес голову Гольфимбулю, но в той битве лишились жизни многие хоббиты, чьи имена, увы, забыты. Что тебе нужно? Я разузнал кое-что о нашем враге. Лубах, вожак этих гоблинов, выполняет приказание какого-то человека с севера из Ангмара. Думается мне, долгое время считалось, что на севере больше никто не живет, но, похоже, люди вернулись. Я не знаю, какую ложь этот ангмарец скормил Лубаху, но гоблин возобнил себя прямым потомком Гольфимбуля, и мечты о покорении Шира уже завладели его помыслами. Мы должны действовать без промедления, Диагол. Собери союзников и спасти стражи Аливакса. Я попрошу подмоги у следопытов и встречу тебя в лагере гоблинов, что к северо-западу. Постарайся отыскать там вход в пещеру. Если хоббит еще жив, он там ищет Лубаха. Или Лубаха. Окей. Куда нам? С этим дурачком. Так, нам надо... Нам вот туда вот надо, получается. Куда-то вход. Там. Это лагерь. Вход вот где-то вот туда, наверное, надо. Кобылу возьмем. Чтобы побыстрее было. А, вон, все. Вот там. Вот, блин, раньше прорисовка могла это прорисовать заранее, а сейчас нахрен приходится вот так вот вспоминать, заглядывать туда, не туда. Хорошо, короче. Плохо сделали. Лучше в сервак обновили. Так, ну что, у нас, походу, начнется сейчас опять войнушка. Пробиванием. А, нет. Наверное, на первом уровне, все-таки не на втором. О! Ну зачем ты стреляешь? Блин, он дохлый. Понимаю. Какая всякая челядь тут ходит. Оу! Как удивление. Что, она все-таки туда? Ред. На тебе стрелу в спину. Две.
О. Кто жрет, а? Здесь кто-то яйца в костер засунул. Ощущение было, что кто-то что-то жрет, а я не жру. Давайте перекусим. У нас остался последний голубец. Потом перейдем, пожалуй, на пироги. Чем будем сегодня запивать? Давайте. Давайте кружечку, точнее бокальчик белого вина. Ну, бутыль непонятно. Все, нас не уносит. Как кружится голова, но это нормально. Воевать само то. Первый нашел уже. Что было? Постылый. Один. Ого. Вернитель опять. И хп опять. Кто это вообще? Что не пишется? Почему-то не пишет. Раньше писала, сильно это враг, не сильный враг. Был гоблин, нет гоблина. Так. И убежал гоблин. Отлично. Блин, я даже отвернулся специально. Черт, побери. Так. Хилимся, манек. Совсем какие-то задрипыши. Враг был. И метить его быстрее. Вообще все дрыхнут. Проблема, что вы спите. Надо вас пройти как-то. Прикольно. Вы ироды позорные. Так, все, давайте сейчас и дверью наберем предоточность на всякий случай. Хрен его знает. Вдруг чё. Ага. Пошел. Все, пошли. Гоблины из горы Грэма не забыли своего поражения от рук обитателей Шира. И вот жажда мести вновь привела их сюда. Хорошо. Я пойду спасать своего друга. Сказать бы, чтобы собутыльника. Но друга точно, наверное. Да и не друга. Короче, просто хоббита. Мне просто жалко, что может быть хоббит. Я побежал. Что у нас зазубренная стрела делает? Скорость бега режет. Это что он делает? Это только добавляет энергии на остальные удары. То есть скорость режет у нас вот это. Только сила. Ага, то есть вот этот режет скорость аж на 40%. Ну, не в 100% случаев, конечно, но режет. Это хорошо. Опять жрет скотина. Что за вообще происходит у вас, а? Ребза.
Да. 40% это вам не 10. Логично, правда ли? Так. Что у нас тут? Ого. Тогда пошли сюда. Потом, видимо. И в этом месте. Зря ты не убежал вовремя, когда была возможность. Капканчик сейчас будет так. Хоп. До свидания. 248, 275. Круто. И же я рад тебя видеть. А чё ты недалеко ушел? Хорошо, что здесь. Я думал, мне конец. Вот прискверный. Мне повезло, ты вовремя. Я нашел гоблинов Диагол. Они не посмотрели на дубину Бандабракса, просто отняли ее у меня. За главного у них гоблин. Так, понятно, у меня собаке, видимо, сны снятся. Она тут будет погавкивать на заднем плане. И, видимо, совсем пофиг, что я тут болтаю на всю комнату, ну ладно. Просто забрали ее у меня. За главного у них гоблин Лубах. Надо избавиться нам от Лубаха. Он хоть и не Гольфимбуль, но думаю, немногим лучше. Я не так сильно ранен, как кажется. Я пойду с тобой, сейчас отдохну полминутки. Раша левак, 455 хп. Ага, кулаками сокрушать будешь или как? Или верой своей? Видимо, верой. Ну чё ты, блин? Срабатывает и всё. Сервер, сервер. Ты хренов. Следующие враги. Баха убить. Хорошо, убьем. Стоит лубахом больше, лубахом меньше. А. Ты что ли? Ты в курсе, что у тебя охрана сильнее, чем ты? Бросай оружие, меня не одолеть. Что? Твоя прихоть. Твоя приходить сюда, я удивлен. Чё? Блин. Что творите? Убивать их? Убивать. Давай, сам слезь хоть. Чёрт! Сейчас ты познавать ярость Лубаха, наследника великого Гольфа. Слушайте, а может это? Спинка убить? Давай я использую на тебе. Получи, разбойник, и пусть это будет. Смотри, это же Халрос. Да, как-то ты припозднился. Ох, что-то голова кружится. Ох, болит. Это, видимо, сейчас будет. Ваш друг Упас вне игры. Мой друг Упас. Есть друг. А, понятно. Это общие друзья. Приношу свои извинения, Диагол. Я надеялся успеть до того, как ты вступишь в бой с Лубахом, но увидел нечто, что отвлекло мое внимание и задержало меня. Один из гоблинов, слабый, но увертливый, держал в лапах дубину Бандабраса. Он пытался бежать с ней из пещеры, и я уверен, что гнев Лубаха, обнаружив он продажу, был бы велик. А, пропажу, был бы велик. Гневаться, впрочем, ему не придется, хотя сейчас его это мало утешит. Я отнял дубину и верну ее Оливаксу, когда отведу его в целостности и сохранности к дому Стражи Барсукоинах. Хорошо, что тебе удалось уничтожить угрозу, Диагол, но кое-что меня все же беспокоит. Приходи попозже в мой лагерь, и мы потолкуем на свежем воздухе. Хорошо. Все?
Видимо, все. Привет. Это была славная победа. Ну, уйдем же отсюда. Слишком силен здесь зловонный гоблинский дух. Вообще воняет так. Коварство Сарумана надолго задержало меня в пути. Я надеюсь, что Фродо и Сэм успели покинуть Шир. Без моей помощи им будет нелегко. Фродо нужно довериться следопытам, чтобы добраться до цели. Я, если честно, не совсем понял, как это относится, потому что... А, это эпос у меня, ё-моё. Я-то думаю, чё за я выполняю квест такой? Чем я могу у тебя храброе сердце, Диагол. Благодаря тебе спасен Шир. Но это безрадостная победа. Лубах упоминал Эогана Ангмарца, который вбил мечты о завоевании в его голову. Но мы не нашли никаких следов этого человека. Куда он отправился и зачем? Покинул ли он гоблинов по срочному делу, или в этом был его изначальный замысел? И что случилось со следопытами? Они должны были... Они должны были быть на страже этих земель, но словно канули в никуда. Боюсь, ответ на эту загадку лежит далеко за пределами Шира, Диагол. Возможно, возможно. А мы пока посмотрим, что ты нам можешь интересного дать. Сапоги к ловкости. Штаны сразу нет. Копье нет. Сапоги что? Сапоги пчеловода, сапоги хавроса. Ловкости. А кинжаль? Кинжаль, квери. Верно. Не очень. Поменяем сапоги. Да? Да. Чем так. Тебе помочь? Я не знаю, какая судьба выпала на долю моих сородичей, но я тревожусь за них. А еще мне тревожно за Шир. Что я могу? Что могу я один против зла, что уже сейчас подбирается к самым границам? Я знаю, что наш предводитель сейчас в горсующем пони. Это таверна в Бри. Поговори с ним как можно скорее и расскажи о том, что здесь произошло. Пусть знает, что Иоганн скрывается где-то в лесу, что мы нашли. Что нашим товарищам может грозить опасность. Иди, Диагол, отправляйся на восток через реку Брейн-Дивин, земли Бри, и найди нашего предводителя. Наркис, владелец таверны горцующего пони, знает его под именем Бродяжника. Поторопись, возможно, Ширу грозит беда. Да как сказать возможно? Есть подозрение, что невозможно, а грозит. Вот. Так что, как всегда, будем спасать мир. Тем временем эпос у нас отменяется, потому что нам надо Бри. Бри не хочу. Селитры. Бриней, испорченный пирог из Кэрри. Затон. И... По летучим мышам поприкалываемся. На самом деле я хочу сейчас убить этого волка хоть какого-нибудь. Я, конечно, его найду. Вот. И посмотреть, пойдет ли насчет истребления волков 2 вот это вот. Серый, потому что, по-моему, мобы уже не засчитываются. Да, засчитался. Побежали. Штуковины. Хоббит все мнется, все бегает по этому забору. Так, что за охота с сокровищами? Я сигнал, примите участие. Да, я понял. Спасибо. Халява. Мелочи, приятно. Я пока, ну, как я уже сказал, мы обитаем в Шире. Пока я еще не придумал. Чего? Чего бы наш персонаж поехал внезапно так гномом? То есть, что тут еще непочатый край работы. Паук.
кабанем. А, ладно. Нетопырь, это, собственно, есть мыши, которых нам надо убить. И хорошо, что их уже только тут 5. Вообще никому нахрен не нужно. Для всего нужного и ненужного. Все влезло. А, это не, нет, не нетопырь, паук. Почти угадал, что нормально. КП-то вообще нет, что ли? 106. Нашим проще. А, нам же из них надо что-то добыть, по-моему, да? Наверное, нет. Вот этот вот пуск селитра. Воу-воу-воу. Поиск селитры в Бродне. Так, ну что, давайте добежим до Перри. Дадим квест на летучих мышей. И побежим уже в Бродне. У нас, в принципе, остается все меньше и меньше поселений, где есть квесты. Какой-то из моментов, я чувствую, я просто поставлю на паузу, пробегусь по всем поселениям Шира. Посмотрим, осталось ли что-нибудь. Возможно, конечно, они останутся. Если какие-то квесты остались, обязательно пишите мне в комментариях, потому что некоторые квесты, они идут не в городах. То есть они, допустим, где-нибудь, вот как потерянная овца, допустим, да? Она не в городе. Соответственно, вот таких квестов я могу пропустить. То есть я пробегусь именно по городам. При огромное спасибо за помощь, Диагол. Не знаю, что выгнало мышей из пещер, но чем бы оно ни было, ему тут не место. Пускай уходит, да поскорее. Может, оно уже ушло, и мыши скоро успокоятся. Ох, надеюсь. Так. Все. Репутация всекойного общества получена. Так, пироги. Не знаю, будет ли интересно разнос пирогов, я подумаю. Теперь у нас квестов больше нет. Мы усё выполнили. Давайте побежим теперь в Бродни. Там мы вообще почти не были. Там довольно-таки хороший кабак, в котором можно держаться вместе. Так, блок, все. Пускай оно само бегает. Приятная лошадка на самом деле получилась. Мне нравится. И самая дешевая, самое интересное. Не рулишься. Кобыла взбесилась, представляете? Так, это вход в Бродни. Большое довольно поселение. Сравнимо, конечно, с Донорией, но тоже не будет. Сколько я помню. Рюшки пасутся. Интересно, свиньи пастись могут? Сейчас. Задумался прямо. Так, нам нужен камлужеступ. Помимо этого, у нас есть еще чем заняться в Шире. Это хорошо. Мне это нравится. То пришлось бы закрывать сезон. Как поживать? Литра? У меня горы этого добра. Но вот что я тебе скажу. У меня еще и горы неприятностей. Раз уж ты здесь, сначала помоги мне избавиться от них, а потом уж я дам селитры. Можно тебя на минуточку? Ну, видишь, к вас... востоку и северо-востоку от Бродней нынче много волков поразвелось, а недавно они пробрались даже на мои поля. Свинки, хочу тебе сказать, ужасно их боятся. Прошу тебя, избавь меня от хищников, эти звери заполонили мои угодья, и я что ни день не досчитаюсь свиней. Тем временем я подготовлю посылку для Георгины Тук, ты уж не беспокойся. Хорошо. Да, я напомню, посылка для Георгины Тук, это, насколько я помню, фейерверки мы должны сделать.
возьмем еще квестик. Волка, собачка. А. Должен сказать тебе, у меня беда так беда. Работники говорят, что ночью приметили одного из этих конных громадин в черных плащах близ моих свинарников. Я подумаю продать эту ферму Лотали Кошель Тормицу, и надо сказать, что после этой ночи почти решился. Вот счастье, что Лота все еще хочет купить ее. Слишком уж много подозрительного люда нынче объявилось шире. Но откуда мне знать, что на самом деле случилось? Вдруг мои работники собственной тени испугались. Я прошу тебя сходить ночью к свинарникам у реки и разузнать, что там творится, да и творится ли вообще. Вот. А у нас как раз ночь. Давайте мы выполним этот квест. А, вот и черный всадник. Да, если ужас на свинарниках брать. Ой, все страшен в гневе. Ой, мне пора. Пока. Я побегу, мне пора. Давай, давай, вали. Шутничок. Хотел попугать мирных жителей своими приколами. И расскажем обо всем Хобберу. Адвокар. Кто? Хоббит в черном плаще? Мои бестолковые работнички не отличают человека от хоббита. Что-то странное тут творится, и хотел бы я знать, что именно. Кем Лжеступ только что мне сказал, что один из его работников видел этого черного всадника, бегущего на восток. Да-да, бегущего, заметь. Ни лошади при нем не было, ни пони. Кем говорит, он не сам бежал, его волки гнали. Мало было нам всяких черных всадников, теперь еще и волки объявились. Так что ли выходит? Коли волки его сцапают, мы так и не узнаем, что происходит. Ты уж разберись, иди в поля Кэма Лжеступа и поищи там следы этого самого всадника. Хорошо, сходим. Ну что, а на этом мы завершим серию. В следующей серии мы порасспрашиваем остальных жителей Бродни и узнаем, что их беспокоит. Ну а на этом все. С вами был Wages of Sin. Это была игра Властелин колец онлайн. Всем спасибо за просмотр и всем пока!